9 апреля в университетской клинике КФУ состоялся мастер-класс трансуретральной энуклеации предстательной железы. Трансляция из операционной осуществлялась в конференц-зал, который располагался в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В рамках сегодняшнего мастер-класса хирурги получат возможность посмотреть технические возможности применения лазерных технологий, электрохирургической операции, биполярной энуклеации. В рамках мастер-класса были проведены две показательные операции, которые выполнялись под щадящим наркозом, поэтому оба пациента находились в сознании. Первая будет с использованием тулевого волоконного лазера отечественного производства «Уралаз U1». И вторая операция будет выполняться также эндоскопически с использованием электрохирургического инструментария. Еще буквально лет 10 назад основная масса подобных операций проводилась открытым способом, но на сегодняшний день данные технологии позволяют выполнять операции эндоскопически. Но самое основное, что вот эти технологии, они позволяют избавить пациента от заболевания, соответственно, при аденоме любых размеров. У пациентов удалили все 4 пары щитовидной железы, они чувствуют себя хорошо и уже выписаны для амбулаторного долечивания по месту жительства. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универньюз.